пригороде Хабаровска на трассе, которая ведет в поселок Бычиха, столкнулись две иномарки. Одна из них в результате ДТП едва не въехала на автобусную остановку с людьми. Тойоту Спринтер остановил высокий уступ основания площадки. Если бы не это обстоятельство, травмы могли получить более 10 человек, которые дожидались общественного транспорта. До того, как наехать на неподвижное препятствие, Тойота повредила другое транспортное средство – Nissan Вингроад. Машина ехала в сторону Краснореченского совхоза. По словам водителя универсала, за минуту до столкновения он припарковался на обочине, чтобы прочесть сообщение в мобильном телефоне. Затем он услышал сзади визг тормозов и почувствовал удар. Только после этого в поле его зрения появился темный седан. Его развернуло и вынесло напротив, на встречку, на остановку. Он еще и туда врезался. А там были люди на остановке? На остановке были, благо высоко там, как бы бордюры-то высокие. Люди не пострадали, да. Ну, скорую вызывали для него. У него он головой ударился об лобоуху. Водитель «Тойоты» от госпитализации отказался. Не пожелал он пройти и медицинское освидетельствование. Причина отказа была ясна. Мужчина не стеснялся употреблять спиртное даже в присутствии полицейских. То, что водитель нетрезв и сильно, было видно и до аварии. Манеру езды нарушителя записали два видеорегистратора, установленные в машине очевидца. Причем похоже, что агрессивное поведение в вождении было направлено именно на владельца автомобильного самописца. Мужчина встретился с владельцем спринтера на берегу реки. Тому что-то не понравилось, он даже выкрикивал что-то вслед хабаровчанину, а затем поехал за ним. На съемке хорошо видно, что водитель седана никак не может выровнять машину и откровенно виляет по дороге. А затем решается на обгон очевидца, причем через сплошную линию разметки. Завершая маневр, нарушитель на изгибе дороги не смог выровнять машину и врезался в стоящий на обочине Nissan. Ранее в нетрезвом виде нарушитель автоинспектором не попадался. Его иномарку на автоэвакуаторе отправили на штрафстоянку. С места происшествия Полина Храмцова, Михаил Сергеев и Андрей Алферов.